А сегодня вечер, среды, уже 8:25 вечера, и я еду на другой волейбол. Понедельник это в Кор, клуб Кор в Хиллсборо, а среда это Метачин Спортплекс. В общем, поехали. Ну, здесь я уже был, здесь вы уже все видели. Сюда я приезжаю не всегда, не каждую неделю по средам. И один раз приезжал в пятницу. Здесь игры проходят по средам и по пятницам. Причем в среду довольно-таки слабый уровень игроков. Но ради активного образа жизни, в принципе, хватает. Здесь основная тема это футбол. Ух ты! Я, по-моему, уже на одном из видео говорил, что женский футбол, обычный футбол, здесь очень популярен. Даже популярнее, чем мужской. То, что называется сокер. Хотя и мужской тоже. Я имею в виду относительно того, как он по популярности у нас. Мне надо искать моих. Просто обычно мы здесь играем. Здесь опускаются вот эти вот красные шторы, разделяются на залы. Там есть дырки, специально вставляются штыри, натягивается сетка. Все это делается очень быстро. Мультиспортивный комплекс, так называемый. В прошлый раз здесь катались на роликовых коньках. Была секция какая-то. Неплохо. Как-то так. Ну, здесь вот я уже как-то снимал. Здесь вы уже видели? I could just go in the corner somewhere, or they don't fucking get mad if I do that. You're gonna have to. Крутяк. Круто. Круто. А, я тут говорил уже, ребята в футболках Польши. Тут у них здоровая команда с гербами. Говорят, естественно, тоже по-польски. Прям целая сборная. Но они здесь регулярно. Все среды, что я здесь был, они здесь, да, всегда здесь. Это я уже как-то снимал. Ну,
Why? Maybe we should have a